Санитарные правила по работе детских садов и школ продлены до 2022 года. Соответствующее постановление подписано главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Напомню, постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях COVID-19 ведомство подготовило еще летом. Согласно этим правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием классов и отрядов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.